передо мной команда «Динамо Зилан» Казань. Зилан, «Динамо Зилан» Казань. Из города Казань. Нам 14 лет. Вы капитан команды? 14 лет, да. Я капитан команды. Это ассистент команды. Ты где? Ассистент! Она ушла. Ну ладно, ассистент ушла. Это ассистент команды. Вот. Так. Это зам-капитан. А как вас зовут? Меня зовут Юля. А фамилия? Аманичева. А ассистент как зовут? Диана Броднева. Ясно. Девочки, кого вы изображали сегодня? Эсмеральду. Кого? Эсмеральду. Эсмеральду. Это такое сложное, такое цыганское, да, такая как бы? Да, ясно. У вас это две программы. Кандидатская, да, была программа? Нет, это новость. Только пока произвольная, да? Да, только произвольная. А собираетесь выступать уже на кандидатском уровне? Как у вас? Мы стараемся, чтобы попасть в КМС. Да. Вот. Это Маша и Ксюша. Да. Это сам. А это кто? Это Ладочка. Это ваши новички? Совсем маленькие девочки? Я просто низкая, я не маленькая. Нормально. Младше всех? А сколько тебе лет? Мне 10. Ну все равно это хороший бой. То есть у вас команда совсем новичков пока, да, еще? Да. Ясно. Ну, у вас несколько команд, вы одна. Вот я знаю, команда в Казани есть целая система команд, да? Да. Это, по-моему, Казаночка, Идель и Таджикстан, да? Да. Вот. А вы одна команда все? Да. Одна команда. Мы в команде 7 лет. 7 лет, да? И одна команда всего, да? Да. Ясно. Ну и какие у вас цели? Цели добиться, чтобы каждый из нас попал в Татарстан в мастер спорта. Ну, в любую команду, чтобы быть в мастер спорта. Ясненько. Чтобы попасть в эти сильные команды, да? Мастера. Но в то же время свою команду вы тоже не забываете, продвигаете. Да, у нас такой же состав, такие же люди, мы также друг друга любим. А кто тренер у вас? Диана Гатауловна. Рахматуллина Диана Гатауловна. А фамилия какая? Рахматуллина Диана Гатауловна. А кто программа? И хореограф да. Марианна Валерьевна. И еще у нас есть тренер Дарья Дмитриевна. Из Ясно. Молодцы. А кто вас поддерживает? Родители наши. Вон они там стоят. Вон. Помашите. Вон, снимайте их. Вон. Все молодцы. Они с вами, да? Да. Они наши родители. Они всегда нас поддерживают и нам вообще помогают. Ясно. То есть вы довольны своим выступлением? Да. Молодцы, поздравляю вас. Спасибо. Так держать, у вас все получится.